Итак, всем привет, дорогие друзья! И настал тот час, когда в Атласе войны появился спецотряд. Давайте к нему перейдем. Я уже штаб мой до второго уровня улучшил. Дальше я его улучшать пока что не собираюсь. Вот. Здесь дается нам карта падения Анубиса и бои по правилам. С каждым улучшением штаба у вас в карте будет еще один регион. Вы улучшаете штаб. Первое улучшение у вас будет за 100 боевых очков. Второе улучшение идет за 300 боевых очков. Дальше я не знаю, но думаю 500, дальше 700, 1000 там и 1000 с чем. Ну я так думаю. Вот. Поэтому все это делается за боевые очки. Если вы не хотите кидать деньги на этот атлас войны, то делайте ПВЕ, ПВП задачи и получайте там всякие ништяки. Итак, давайте прочитаем, за что даются оперативники. Оперативников можно как нанять в штабе, так и получить за выполнение всех заданий в конкретном регионе ПВП и ПВЕ. Но, как вы понимаете, там будут только серые бойцы, которые вообще фуфловые, и 3% на победу. Чтобы получить вам черных, оранжевых бойцов, надо обновлять, покупать за 50 боевых очков. А я напоминаю, 50 боевых очков – это 50 рублей. И тем самым у вас может уйти боевых очков очень много, до 5000. И может быть больше еще. Вам надо улучшать штаб, вам нужно проходить спецоперации. Спецоперации проходятся от 3 часов до 15 часов. Ждать вы, конечно, этого не будете, и вы будете покупать их. И поэтому у вас будут уходить еще больше боевых очков. Поэтому думайте сами, и если у вас есть денежка, пожалуйста, кидайте, покупайте, улучшайте свой отряд, кидайте спецоперации только черные либо оранжевые отряды, потому что с серыми белыми отрядами вы ничего там не сделаете, это бесполезно. Да, ну вот, а я думаю тоже буду все это покупать, буду все это проходить, вам все показывать. До скорых встреч, ребят. Если понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.